Важно чтить наши национальные ценности и традиции. Представители молодежи встретились с художником Угубайдалой Муфтаном. Он рассказал, почему важно выявлять и поддерживать талантливых и одаренных исполнителей. Встреча с учащимися музыкальных школ и колледжей прошла под эгидой «Сегодняшняя молодежь, завтрашнее будущее». Ребята познакомились с историей древнего казахского духового инструмента – флейты. По имеющимся данным, флейта была широко распространена в казахских степях в 17-19 веках. В большинстве случаев ее изготавливали из камыша. Научиться играть на этом музыкальном инструменте не так уж и легко, как может показаться. Например, если вы учитесь играть на домбре или кобызе, у вас получается издавать звуки. Пусть и не совсем правильно, а вот с флейтой с первого раза так не получится. Важно уделять внимание старинным инструментам и популяризировать их среди молодежи. Евгения Мягченко, Досымбек Токай, Ертес Акпарат.